начинаешь очень сильно ценить здоровье, когда начинаешь его терять. И вот это вот понимание того, что ты с каждым днем можешь позволить себе все меньше, просто потому, что у тебя такое физическое состояние, оно меня не радует совсем. Я не хочу задумываться даже об этом, что придет время, когда нужно будет больше спать, как-то беречь себя, когда ты без последствий не сможешь просто взять и побежать там, километр другой. Ну, тогда я не хочу старость. Я хочу не старость. Самое приятное состояние – это состояние гармонии. Когда ты понимаешь, что все взвешено, что вот все находится в таком балансе, когда комфортно тебе, окружающим. И если говорить вообще о любом времени, неважно, сколько будет лет, очень хочется гармонии во всем. В отношениях с другими, в отношении с собой. То есть достичь какого-то такого состояния, баланса, когда твои желания и окружающая реальность будут, ну, хотя бы немного соответствовать друг другу.